читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ходить восток и юг, рисовать квадраты круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Беззаботная пора, платье новое одето, в школу я спешу с утра. 10 раз проверив ранец, снова бант перевяжу. И на всякий случай маму крепко за руку держу. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник и для мамы, и для нас. Каблучками по асфальту мы стучим наперебой. Не спеши, сказала мама, не угнаться за тобой. Вот знакомый перекресток, а за ним мы школьный двор. Проходи зеленым глазом, подмигнул мне светофор. Первый раз, первый класс, провожают мамы нас. Что же катится слезинка из ее красивых глаз? Девчонки, вот мальчишки, станем парами сейчас. Это тетя наш учитель, мы все вместе первый класс. Оглянусь, увижу маму, помашу рукой разок. Запоет над всеми нами самый первый наш звонок. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник и для мамы. Наступенька в школу.
24, каждый 24, это всем известно в целом мире. Каждый 24, каждый 24, а не 3, а не 5, это надо знать. Каждый 24, каждый 24, а не 6, а не 7, это ясно всем. У кого друзья не спросим, спросим, 6 и 8, 48. 6 и 6, прошу учесть, неизменно 36. 6 и 6, 36. 6 и 6, 36. Совершенно верно. Дважды 24, дважды 24. Это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24. Это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды. Першого Б класу. Поздравляємо вас з початком учбового року. Ми довіряємо вам найцінніше, що в нас є. Це наші діти. Професія вчителя – це не легка професія. Але, як казав класик, лупайте всю скалу. І ми побачимо результати вашої роботи не за день, не за тиждень, не за рік. Ми, кожен з нас, будемо бачити результати вашої роботи щодня до кінця свого життя. Дякуємо вам. Первый класс. Да. И сегодня у нас уже образовалась такая дружная семья. Сегодня все дети абсолютно разные. Они сегодня веселые, потешные. Вот. И я хочу сказать, что все 4 года мы теперь с вами. Да? И я вспоминаю сейчас Марины Светаевой слова, что дети – это мира нежные загадки. И в самих загадках кроется ответ. Мы сегодня обращаем вам, родители, пожалуйста, сегодня не все донесли, но мы. Это наша такая маленькая скорбничка, в ней ладошки наших детей. В 4 классе на выпускном мы вам подарим по второй ладошке. Поревняем. Да, да. И мы сравним эти ладошки. Так что нашу стринку берегите, родители еще дополнят.